это пасюк. Пасюки не любят, когда их берут без их желания. Ммм, тетьку мою. А эти все спрятались, я не понял вообще. Моя не понял, где крисы? Тут еще крисы есть? Нету крисов вообще. Так, и да, я обещал снять ролик про переселение вот этих носов, зубатых. Видите, зубатые носы выбежала. И, собственно, что я хотел показать. Во-первых, я, естественно, хотел показать уничтоженную просто в смерть клетку. Вот, она просто уничтоженная, смотрите. Все, абсолютно все сожрано. Если вы думаете, что я нет хавки, то она есть, но она, собственно, вот там. Ага. Вот. Крысов, естественно, никаких нет. Нету крысов. Вот. Крысов нету, но сейчас они появятся. И да, куда я их буду переселять, собственно? Собственно, куда я буду переселять? Ты будешь вообще переселяться, слышишь? Вот это дюшес. Это вот первый, кто выходит, это дюсечка, да. Дюсечка, почему не хочешь тебя Дюссельдорфом назвать все время, а? Почему Дюссельдорф именно? Ты же дюшесик. Дюсик лизучий, да. Сейчас покажу, куда я их буду переселять. Та-да-да-та-па-пам. А переселяться, собственно, они будут вот сюда. Я решил, что мальчики подрастают, и маленькая клетка детская, ну типа детская, она уже не подходит им, и пора бы пацанам, типа взрослым, переехать уже в клеточку побольше. Собственно, вот такая получилась эпопея с гамачками. Вот, куча гамачков, да, у меня кончились большие и длинные, поэтому я тут изгалялся просто как мог, со страховочными гамаками и так далее. Но это все, конечно, интересно, но мы, наверное, будем уже переселяться. Мы будем переселяться? Вот ты будешь переселяться? Он говорит, я не буду. А что ты? Что делать? Дюшес говорит, а что вообще происходит и какого хрена? Дюсечка, мы говорит, папа, что такое? А что вообще происходит? А почему столько шума и никто не понимает? Дюшечка. И нет вкусняшек. Да, кстати. Дюся. Да меня еще наорали. Дюська. Может, давай я переселю? Да, нормально. Дюсес переезжает. Все, папа чуть не засосал колесу. Первый готов. Первый пошел. И где? Хунечка. Хунечка. Все крысы спали. Все крысы. Все твою дивизию. Иди сюда. Да какого хрена? Иди сюда, чудовище моя. Иди. Вот на меня. Он сонный, он. Это пасюк. Пасюки не любят, когда их берут без их желания. Тетьку мою. Главное развернуть хлебальника в ту сторону, куда он должен прыгнуть. Потому что когда рука расслабится, он может полететь. Ну, совсем не туда, куда ты хотел. Это кто? Это Хунечка. Нет, подожди. Это Сетро? Нет, это Тархун. Нет, это Тархун. Это Тархунечка. А по-моему, вот это Тархун. Это был Сетро. Это был Сетро. Вот это Тархун. Был Сетро, вот Тархун. Где это Тархун, а там был Сетро? Ты кто? Это Хунечка. Ну, тетька. Переезжаем. Сам в дочку вас. Точно? И вышел. Ты уверена, что это был Сетро? Короче, сейчас будем разбираться, где какая. Это 100% Тархун. Точно? Да. Вот сейчас Тархун 100%. Вот ты уверена? Вот это вот. Вот да. Это вот Тархун, да? Да. Вот это. Вот это вот Тархун. Вот это Тархун. Ага. Последняя фигня была обнаружена вот тут. Чего надо? Это Клим Саныч. Сан Саныч. Сейчас мы его поймаем и увидим. Он уже ушел. Нет, по-моему, это Сетро. Да ладно, ты хочешь сказать, что я Клим уже пересадил? Иди сюда. Это Клим. Нет, это не Клим. Это Клим. Я его по шерсти узнаю, она у него еще пока подростковая. А по ухам? Сейчас. Нет, это Сетро. Это Клим. Это Клим, да. Извините. Это Клим. Ну, в данный момент он не Саныч, а Клим Саныч. Потому что меня обосяли. Ну, тетя мы слёдки. Мы когда сонные, мы всего боимся. Нас не надо сонными трогать. Да, надо сначала понюхать, сначала лапками потрогать, зубками покусить, а потом уже выходить. То переезжаем. Тимусь, сладкий. Клим Саныч. Я его
Климочку. Да, это Клим. Собственно, та-да-да-дам. Переселение получилось, как получилось. Но теперь я покажу, что у нас тут. Да, вот у нас тут. У нас охреневшие просто крысы. Крысы вообще окрысевшие, охреневшие. Они не понимают ни хренючки. Я слишком дофига повесил, по-моему, вам гамаков. Как я вас тут буду вылавливать, я без понятия. Давайте договоримся так, что вы будете выходить сами. Вот, да, ну только всеми четырьмя лапами, а не двумя. Не двумя, а четырьмя. Четырьмя надо выходить. Четырьмя лапами и выходить. Я их сейчас пока не специально не буду пускать на плечи, потому что они сейчас в данный момент боятся. Они бегут на руки, потому что они меня знают. Им пока страшно. Но если я их на плечо посажу, они могут это тикануть. Поэтому я сейчас дам им сначала дам им обвыкнуться здесь. Чё мухолюси? Чё, дюсечка? Дюсечка? Дюсечка моя красивая носа, да. Дюсечка уже обвыкся. Собственно, я обещал показать переселение. Вот оно переселение. Вот видите, переселенный совсем. Вообще во все места переселенный. Вот там переселенный. Гамак, кстати, висит в том же месте, где висел у них там. И, возможно, это будет вот это вот будет их любимый гамачок. Вот. Слушайте, кстати, осетро, по-моему, дорос до тархуна. То есть вот это сетро, вот который побежал, вот это вот жопа, это тархун, а который маленький меня обоссал, но вы его сейчас не увидите, это был Клим Саныч. Он, по-моему, он. Да, по-моему, он Клемка. Так, раз, два, вот три. А где четвертый твою? Народ, я крысов в клетке потерял. Вообще всех. Все, кончились крысы. Закончи. Были пасюки, нету пасюков. Есть пасюки, вы видите пасюков? Вы понимаете, что они сейчас обживают только верхнюю часть обживают. Нижняя часть для них еще пока вообще неизвестна. Они еще донизу даже не дошли. То есть у них сейчас столько всего интересного будет. Я обожаю собирать клетки под крысюков. Особенно, когда, допустим, ну, крысята подрастают уже там или еще что-то. Когда ты собираешь клетку абсолютно новую и просто наблюдать за этим. Это такой релакс. Где? Релакс. Релакс. Куда Клим-то делся? А, так вон Клим Саныч. Нет, это не Клим Саныч. Это опять Дюшес. Это везде, что ли? Так, это Тархун. Ой, вот Клим Саныч. Вон вылезает. Он, я его по шерсти пока узнаю и по драному уху. Вот у него ухо покусанное. Единственное у крыса, у которого покусанное ухо. Собственно, вот такие вот пироги с крысятами. Я могу снимать это очень долго и очень вечно, потому что, ну, я обожаю за этим всем наблюдать. Наблюдать, делать, собирать, смотреть и, блин, какие же они уже не маленькие совсем. Они вообще уже не маленькие. Они здоровенные лоси. Посмотрите, как они перемещаются. Они на цыпочках сейчас ходят, потому что все незнакомо, и чтобы сразу прыгнуть, если что. Они перемещаются на цыпочках, пружинистой походочкой. Но успеть за ними, конечно, камерой это никак вообще. Просто никак. Дюшес везде. Везде светит Дюшес. Собственно, вот, ребятки, я обещал показать переезд. Вот переезд. Раздолбанная клетка уходит на разбор, собственно. И да... А мальчики, вот они все, все четыре, в одном кадре. Да-да-да-да, я еще упаду. Итак, Тархун был первый, кто дошел до низа клетки. Кстати, прошло уже минут 15 или 20, наверное, пока они тут лазили, и никто не решался пойти вниз. Собственно, вот самый здоровый, это Хунечка. Но на пол он еще не наступал. Он только дошел до низу и походу передумал. Ну ладно, Хунька, давай мы будем считать, что все-таки ты был первопроходцем. Ну я не могу просто стоять и ждать, пока там они доберутся до низу. Что такое? Куда ты посёл? Ты на папу посёл? Он на папу посёл. Насколько стало удобнее с ними контактировать, да? Чего? Ну что тебе надо там в камере? Иди туда, не пойдешь. Он не пойдет. Целоваться. Целоваться хочу. Тимой нос. Чего? Ну, что такое? Иди домой. Давай. Это все. Это ваш домик. Молодец.
Вот туда, кстати, тоже можно залезть. Это там. Она не страшная. Они почему-то боятся этой норки. Я надеюсь, вы довольны. И не забывайте то, что вы можете помочь финансовому приюту. Все есть в описании под видеороликом.